Друзья, сегодня мы с вами в Кабардинке, в отеле Кастро, отель 3 звезды. Проведем маленький шоу-рум по номеру. Есть все необходимое, телевизор, кондиционер, небольших размеров, довольно уютный номер. Есть два столика, номер теплый, большая двухспальная кровать. Ольга Викторовна с нами здоровается, сегодня выходной, 20 февраля. Такое мягенькое подголовье, удобно. Есть тумбочки с розеточками. Брали двухместный номер, ну, три кровати, соответственно, бонусом. Номер довольно просторный, с балкончиком. Вид на Кабардинку. 20 февраля 2022 года, друзья. Впереди аллея к пляжу. Но вид, конечно, так себе с балкона, но балкон есть. Для любителей перекурить всегда пожалуйста. Есть зеркальце, чайник, соответственно, постель, полотенце, Wi-Fi, интернет. Отель Кастро находится в Кабардинке по адресу улица Мира, 15Б. Номер заказывали на официальном сайте. Отдельно можно брать завтраки. Кстати, завтрак за 250 рублей вполне достойный. Рисовая каша, яичница, котлетка, чай, кофе. Есть шифоньер и, соответственно, туалетная комната. Чисто. Есть горячая водичка. Вполне чистая душевая кабина. Фен. Из мыльных принадлежностей было только мыло. Но, друзья, за 1500 рублей, недалеко от пляжа, вполне себе такой номер рекомендуем. Ольга Викторовна, рекомендуете? Рекомендуем. Очень удобное, мягкое изголовье. Друзья, телевизор. Ольга Викторовна тоже рекомендует. Быстрый Wi-Fi, вообще хорошо. Так что отдыхайте с нами. Сейчас мы живем в Краснодарском крае. Строим ТЭЦ ударную, по выходным отдыхаем, делимся с вами своими позитивными видео. Подписывайтесь на канал. Всем добра!